Доброе утро. Ну, я не знаю, как его... А, все. Пошли, кушать. Ну все. Подскажи, пожалуйста, как я 30 сентября оказалась на море? Какое? А, да так, случайно. А будешь что-то вроде обмеда? А норм, что я, ну, в шлёпках, которые больше меня в два раза, побежали. Да какой побежали? Ты чё, шизан? Никакого экстремального отдыха с тобой, честно говоря. Если хочешь экстремальный отдых, только в следующий раз. Залезем туда? Быстро, быстро. Можно? Давай. Я хотела бы посмотреть, типа... Какая! Я хотела бы посмотреть, когда... Believe in your dream. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. Вот это вообще бомбочка. Бомбочка. Ай. Нет, нет, больше всего, что мне нравится, это то, что она этот, завязана нитками. Парковка, парковка, зацени. 52-й. Че, мы сейчас пойдем на этот навесной мост? Да. Если вы не знаете, как выглядит Новодмитриевская, я вам покажу, ребята. У вас есть это уникальная воспитание. А, ой. Да их дофига. Один Дмитрий, другой Михаил. Походу, два брата. И все они новые. Это та же моя видео. Давай, 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 родная. Как-нибудь вообще. Ну, подвигайся, подвигайся. Давай ногами. Красота. Куда спустился-то? По кайфу было. Уф, какой опасный. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Какой джентльмен, руку подал вообще. А ты у меня бандит. Сама спрячешься. Если вы не знаете, что такое стиль, это стайл. А это я. Мой мальчик. Это сопли на выдирать. Russian Touristas. Вы по-любому такие смотрите и думаете, господи, как у нее все классно. Как у него вот в жизни-то вот ровненько, гладенько, все четенько. Вот. Ну да, было бы, если бы я на дизайн не поступила. Не было бы дизайна, была бы какая-нибудь журналистика. Не было бы журналистики, была бы какая-нибудь режиссура, был бы какой-нибудь психолог, еще что-нибудь. Там бы, я думаю, тоже бы мне не сладко было. Ну, как бы времечко 2 часа ночи. А мы как бы, ну, делаем домашечку. Я уже настолько устала писать конспекты, что я их распечатываю. А потом узнаю, что нельзя печатать. Вот это все надо писать. Ну, вы понимаете, что, ну... А это одна тема. Знаете, сколько таких лекций? Не знаете. Еще мы проходим шрифты. Ну, я мастер по шрифтам, да? Видно? Ну, понятно, да? На компьютере это сделать все. Не то! Каждому просто на! С днём учителя! Камера, камера, вас снимает камера. Камера, камера, камера. Рамочки, рамочки, вот такие вот рамочки.
ребята, осень, болезни. Я чувствую, как я заболеваю. У меня ломает просто все тело. У меня очень много домашки, которую я как будто бессильна сделать. Сейчас завтракаю, одеваюсь, собираюсь, еду в больницу, открываю себе больничный. Мне бахнули справку на неделю. Очередь была ужасной. Это я вам. Как можно так, как это... Ну, я хочу пить на... попкорн свой. Можно в блюдо? Бери! Это просто... Знаете, куда мы едем? Татуировку лечить. На пола. Я дура. Пола. Лика сегодня будет бить татуировку. Вот оно, понимаете? Когда-то я таких боялась, вот этих татуированных, а сейчас это мои друзья. Всем привет, я делаю татуировку первую в своей жизни, мне 20 лет. Я нервничаю. Промыть под водичкой. В течение 3 дней может выделяться сухарь, могут появляться такие потеки, и надпись может... Это нормально, ты снимешь, ничего не будет. Сейчас наша местная речка Вонючка. Вот, смотрите. Мы пришли в Funky Food. Пока стол такой, нам там готовят все. Мне татуировку набили, кстати. Татуировку тебе набили? Да, да ты что, реально? Артём, ты хочешь ей цветы подарить? Да, хочешь. Иди. Иди, бери. Нет. Сейчас я уйду. Вот так вот надо, девочки, учитесь, смотрите. Я готов взорвать на тебя большие бабки. Я готов взорвать на тебя большие бабки. Вайбик примерно следующий. Но мне чутка сложно его ловить, потому что я очень сильно заболела. Посмотрите на вот эстетику этой дамы. Господи, какая она шикарная. Ей надо сделать комплимент. Сегодня 2 месяца, как я очень счастливый человек, который в отношениях. И я хочу сделать сюрприз, подарок, квест. Я зашла и купила Феррари. Интригующе. Вот такая, ребят, Феррари, такая вот. Еще мой молодой человек играет на гитаре, на электрогитаре, и я ему хочу купить струны. Они у него, конечно, есть, но он их иногда меняет. И я приехала на Красную, чтобы зайти в магазин для музыкантов и купить ему струны. Но этот магазин закрыт. Но этот магазин закрыт. Знаете, как вам открыть? Оно не открывается, все закрыто. А, открыто? О, здравствуйте. А что у вас закрыто висит? Товар будем заходить. Мяу. Давай. Как на лыбу дали. Тихо, аккуратно. Come with me, leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, fly you out to grief.
та самая отличница, которая приходит первее всех. Я вчера забрала справку о том, что я здорова, но я такая, знаете, отдохнувшая, но не выздоровевшая. Дорогие друзья, первый день, как я вышла с больничного, у нас просмотр. Главное уверенно двигаться. Не получается немножко. Вот посмотрите, вот просто посмотрите на вот эти головы и на мою. Всем привет, дорогие друзья. Смотрите, как классно. Смотрите, вот это, на вот это. На вот это. И на вот это. Ладно, на полном серьезе. Мы самые крутые в этом здании. Особенно чемпион, сок-чемпион. И Ив Сен Лоран. И футболка еще чемпион, да? Нет. Футболка Бифри за 400 рублей. Продешевенько. Привет, Магомаев. Справка. Вот так вот, да. Справка? О, давайте это все справка сверху. Давайте. Не понимаю, о чем они говорят. Дайте покажу вам свои работы. Вот Алиса мои работы загородила, ничего не могу вам показать. Вот это моя голова. Это моя голова. А у нее реально фу. У меня во, у меня во. Она врет. Ладно, она не врет, у меня реально фу. Разминка. Разминочка пошла. Все, все, сейчас сколько будет длиться? Это я нарисовала, когда мне было 10. Это мой отец. Чего, блин? У тебя отец не так выглядит. Утих. Так, ребят, ну что, к двоечкам готовы. Вкус я... темнее, чем эти. Вот это тоже должно быть темное сбоку. Вот это тоже все должно быть темное. На шею падает тень от головы. Плакали маслом иконы, вышел из кома на поиск из кома. А, ну, походу, изменил. И на крыше попрыгали, кстати. В Стамбул? Да. Витюк, живи в Стамбул. Я какой-то Чиполлино машет, Витюк. Это было невероятно. Мам, ты меня в влоги вела, ты в курсе? Папа всегда была профессиональная съемка, если что. У меня в кого я влоги снимаю, вот в него. Смотрите, вот они как снимали. Вот такие лепешки, ведь помнишь? А, я бы их поела. Да, то я бы с тобой с удовольствием снимала. Мне, как всегда, косточки. У вас мукбанг был? Знаешь, борода отросла, уже под местных катит. Здесь балкончик. Власт, власт. Это мама. Папа, папа. Настя. Да, я снимаю клип. Ой. Ой. Доктор не болеет. Что за мелюзга там? И с ней клип она уже снимала, блин. Ёп. Я уже снимала. Зачатки. Вон, вон, вон. Вот там. И голосочек такой. Да, это самое. Где ты там желание загадывала, долго сидела. Я помню. Да? Да, блин, да, как да, красиво. Да. Представьте, я такое сейчас в Инстаграм выложить. Это вот мое детство, ребят. Вот я там тоже была где-то сбоку. Это все папа снимал. Выбирай, выбирай. Давай, дочка, выбирай. 200 фанков. Какой штамп? Какая дочка? Давай. Окей. Давай, давай. Дуся, выжимай. Торгуйся, сыра. Все. Вот это
Да, оно ж видно. Моя любимая на джинсе Бонни. Или на мой фильм посмотрим. Классно, да? Сегодня 27 июля. Здравствуйте, день рождения. И у нас идет дождь. Посмотрите, практически дождь. Обратите внимание. Поп! Это эксклюзивные кадры русских туристов. Итак, наша последняя сегодня съемка с тарана с пляжа Ката. В лес уже три раза. Говорю, иди под куст. А он не слушает. Идет все равно по солнце тупучее. Настя, блядь, вот это вот так вот шкура вот так слазила с головы. Я такого никогда в жизни не видела. Потом уже, наверное, на третий день купил панамку себе. Ну, слава богу. Как тебя в сериале каком-нибудь Диор Саваш надо было снимать, честно слово. А я как по вам скучала. У меня день рождения, а не в Таиланде. У меня февраль за окном, дождь льет. Кайфуша. Только с тобой, да? 22 октября. Только 30